Арктическая навигация откроется 8 августа. Об этом сообщили на совещании первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова. Дату определили, исходя из прогнозов гидрометеоцентра. Сегодня уже идет подготовка ко второму этапу навигации. Работают земснаряды и дноуглубительная техника. Стоит отметить, что на Лене открыли навигацию через Быков мыс. На Яне судоходная обстановка должна открыться 20 июля, а на Индигирке 1 августа. А по быстро мелеющим рекам Амга и Вилюй уже завезен необходимый объем грузов. К 20 июля запланированные объемы по барам рек будут выполнены. В целом погодные условия позволяют работать, хотя вот озвучивают, что иногда бывает превышение ветряных нагрузок, что тоже влияет на работу земснарядов. Ну, у нас компания готова. Судовой регистр отметил, что в принципе вопросов больших судовых компаниям нет. Предприятия жилищно-коммунального комплекса энергетики практически контракты все заключили.